Хочешь вживую познакомиться со мной, Нютой, Максимом, Стасом, Катей, Русланом, Машей, Андреем и сотней других видеоблогеров? В этом видео будет конкурс, в котором ты сможешь выиграть 2 билета на фестиваль для видеоблогеров Video People. Не пропусти! Если честно, я уже начинаю жалеть, что я снимаю это видео, потому что я решила снимать его на улице, и меня слышат все мои соседи, и к тому же интернет узнает о всех моих самых нелепых и неуклюжих ситуациях. А, блин, я не могу. Ладно, все, я начинаю. Но, в общем, всем привет. В последнее время я стала часто слышать от людей, что они боятся показаться нелепыми. Так вот, в этом видео я хочу посмеяться над собой и показать, что не нужно стесняться быть собой. Я, например, начинаю жутко тупить, когда знакомлюсь с родителями моих парней. Я просто проглатываю язык и не знаю, что говорить. Ну, в общем, я выхожу из дома, вижу родителей, подхожу знакомиться, а у них была очень милая пушистая собачка. Я так на них смотрю, рассматриваю секунды 3, и я понимаю, что первая вещь, которая приходит мне в голову, это «Можно посмотреть на вашу собачку?» Не здравствуйте, как вас зовут? Приятно познакомиться. А можно посмотреть на вашу собачку, пожалуйста? Потом, через какое-то время, мне снова пришлось знакомиться с родителями, а точнее с мамой. И вот мы идем по улице, держимся за руки, и тут я вижу, что что-то не так, что в конце улицы стоит машина, и никого вокруг нет, уже вечер, все ушли, и я понимаю, что чтобы попасть домой, мне нужно пройти по этой улице. Я вспоминаю прошлую ситуацию с собачкой, у меня начинается настоящая паника, мне хочется бежать, но я понимаю, что меня тянут за руку к этой машине. Дошли до машины, открывается окно. Мама, это Саша, знакомься. И Саша такая: приятно познакомиться, мне надо идти. И я шагаю прочь от машины быстрым шагом и понимаю, что и парень, и его мама смотрят мне вслед. Я потом уже думала обернуться, вернуться обратно, объяснить, извиниться, но как-то так и не дошло. А еще на школьной экскурсии перед всеми своими одноклассниками я упала в куст. Да, вы не ослышались, в куст. В куст! В общем, был такой парень, его звали Диего. Он был из Бразилии, и у него был очень вспыльчивый характер. Мы из-за чего-то поспорили и начали драться. Конечно, сначала это было в шутку, но потом это дошло до толкания и даже пощечин. И каким-то образом я умудрилась свалить его на пол. Он сидит на полу, вроде бы успокоился, не злится. И тут я понимаю, что он встает с пола с бешеным выражением и прыгает мне на спину, вцепившись так, что не отдерешь. Мало того, что я начинаю чувствовать, что он наваливается на меня всем своим весом, я еще и понимаю, что я не удержу его на своей спине. И я солдатиком падаю прямо в гигантский куст с Диего на спине на глазах у всех своих одноклассников. Причем я скажу больше, это был не 5-й, не 4-й класс. Мне было 13 лет. Это реально было очень неловко. Еще одна нелепая ситуация, может быть, не такой нелепой, потому что я снимаю видео, но все же. Когда я разгуливала по Красной площади с камерой на заднице, я специально нацепила на попу GoPro и решила снять такое видео, что я буду ходить по Красной площади и записывать, сколько людей посмотрит на мою попу. Да, я не знаю, почему мне это пришло в голову, но посмотреть на попу не потому, что это попа, а потому, что на ней GoPro, понимаете? И мне пришлось несколько часов гулять по почти самому людному месту в Москве, терпеть смешки и взгляды прохожих только потому, что я люблю снимать видео. Это настоящая любовь. Где-то год назад мои друзья устроили вечеринку на даче. Это была ночевка. Но единственная проблема была в том, что нас было 12 человек, и, естественно, спальных мест было недостаточно. И вообще места было недостаточно. И я решила для безопасности пойти переодеваться в ванную комнату, потому что там был замок. Когда я зашла, ванная была отгорожена шторкой, но я как-то не обратила на это внимания. Ну, я переодеваюсь. И вдруг из ванной, визжа, на меня выскакивает... О, Господи, я дотронулась до него пальцем! Еще одна нелепая ситуация. Это был шершень, я пальцем до него дотронулась. Ужас какой. И вдруг из ванной на меня с визгом выпрыгивает моя подруга. Я от испуга молниеносно выбегаю из туалета и только секунд через 6 вспоминаю, что я почти без одежды. Ну а теперь, конечно же, конкурс на 2 билета на фестиваль Video People, на котором ты сможешь увидеть всех своих любимых видеоблогеров. Что тебе нужно сделать, чтобы выиграть билет? Первый шаг — подписаться на мою страницу ВКонтакте.
А второй шаг – выставить пост ВКонтакте с хэштегом «Конкурс Саши Спилберг» и написать в этом посте, почему именно ты должен получить билет на Video People. Но, внимание! Посты участников, не подписанных на мою страничку ВКонтакте, не участвуют в конкурсе. Два победителя, которые получат билеты лично от меня, будут объявлены на моей странице ВК 28 мая. Удачи! Ну а закончим мы это видео на ваших нелепых ситуациях, которые вы отправили мне в Твиттере.